Вот такая маленькая комнатка с одним окошком. Площадь комнаты метров, наверное, 10. Наверное, метров 10. Площадь всей квартиры 16 квадратных метров. Такое деревянное окошко старинное с ручкой, с одним стеклом. Вид из окна. Далее идет вот такой маленький коридорчик. Это уже дверь в подъезд. Сюда заходим. Вот такая мини-кухня с одним окошком. Такое же точно окошко. И вот такая кухня. Вот плита, холодильник, мойка. Все, кухня метра 3-4 может быть. И прямо тут сразу ванна. Вот такая ванна. Тоже очень компактная. Туалет, бойлер, мини-моечка и мини-душ. Все. Вот такая квартира стоит в центре Парижа, но не в самом центре, ближе к его окраине. 200 тысяч евро. Да, именно 200 тысяч евро. Такие цены в Париже.